Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. А как? Мы как стоим или... Вначале ходьба на месте. Стой, куда положить? Стой. Маска, перчатки снял. Нет. Маска не ходит. Слышь, пижон, ну-ка перчатки в карман. Куда вы бежите, нет? Сапога, главное, в трюхелях. Кто что-нибудь одно оставил. Штаны одни. Сержант, ты что? Тебя солдат не воспитывает. Тебя лучше тебе минуты. Ты на стероидах или что? Форма одежды номер 2. Оно совсем не сложно. Начали. Так, ты бери. Медленно ходьба по кругу. Я чуть-чуть пропустил. На мной. Да, руки опусти. Медленно ходьба. Марш, что ты знак? Он тебе суставы надо. Руки сами непроизвольно поднимают. Смажешь. Я не понимаю, в чем дело. Что ты намешала в кашу? Что там за гриб? Такие блюда интересные. Боже мой. Перепускаем пузыри губами. Детская каша, по-моему, была там замешана. Отжимание мне 15 раз, вам 25. Что так мало? Можно на одном пальце? Одной руки. 5. Можно. Здесь, сержант, можно. Или косяки отрабатывают. Я построенная, школьная была. Конечно, физик это сил такой. Так, дистанция, значит, у нас получается разрыв между впереди бегущим. Давайте да, мы не знаем, 5 секунд. Я не знаю, да, уж можете вместе марафон. Так, я тоже не знаю, куда. Я пошла, первый пошел. 5 секунд дистанции друг за другом, да, запомнили. Раз, два. Ага. Три, четыре, пять. Следующий. Раз, два, три, четыре, пять. Побежал, Маск. Раз, два, три, четыре, пять. Беги, Ильдар! Сгачи вытряхнуть. Наклоните туловище вперед, коснитесь руками ног поближе к ступням. Полы какие-нибудь есть. Выберите стол поломал. Придурок. Слегка наклоните вперед, руки опустите. И вперед. Так продолжайте. Раз. Два. Ну ладно, вы больше пробежали. Молодцы. Четыре. Прогнуться. Слышь, а мне еще это самое. Меня даже еще натирает после вчерашнего. Тренинга как кого нет, наверное. Ты, наверное, на воротке это ускорение проводишь. Так ускорение, знаешь, это натирает. И траву было не пихать. Вон, я не знаю, жил в домашке. Что, у нас в марафон еще ускорение? Да не, нечем. Да я вот сейчас. Не стыдно. Такой. И в заключение упражнение.
упражнение на внимание. Оно всегда требует. Небольшой шаг левой ногой в сторону. Левую руку в сторону, правую на затылок. Раз. Правую приставить к левой и сменить положение рук. Вот еще десятый. Два. Нашел. Шаг правой в сторону и снова сменить положение рук. Три. Левую приставить к правой, руки вниз. Четыре. Шаг правой в сторону, правую руку в сторону, левой на затылок. Пять. Левую приставить правой, сменить положение рук. Шесть. Шаг левой в сторону, сменить положение рук. Семь. Восходное положение. Восемь. Что, давай покачаем? Вставай. Два. Три. Четыре. Да я все уже. Шесть. Семь. Восемь. Давай я покачаю. Хорошо. Блин, билет не мочил. Давай. Слышишь, я сейчас лифты, короче, нарвал. Что? Отпихал, блин. Под ремень туда. Нормально так. Чего я так не... Ага. Чисто просто через пару часов все собьется туда, в эти в лодыжки, я собью, выколупывать оттуда. До шнурова. Так он где-то разговаривает, тюльпан. Да, он занят. Второй будет. Второй пришел. Я вот чем могу, это вот ботинки сейчас ему пожелаю. Кстати, карта у кого? Чего? Там есть? Карта местности. Ну, у меня есть, но она мне... А, нет, нету, кстати. У меня в голове карта есть. Блин. У меня в голове такая же, она помятая мне в голове. Там тормознемся. И это... И расскажешь, что ты хотел там предложить. Интересно. Ну, в Красном Кресте, когда мы были, он там, да, приходил в себя потихонечку. Мы ему еще тут американскую винтовку отдали. Че? Работай, если попадешь. Работай. Хорошо. Прием. Или хотя не, давай, ну, пойдем. Шагом пойдем, да, догонит. Да, шаг. Ну, хотели же мы вчера, вроде, у себя было тачку у них угнать. Нужна машина. Угу. Мы будем мобильными, а их наоборот, как говорится, обездвижим. Да. То есть так же, вот как думали, значит, перекидываемся гражданскими, но. Такой подоплек, чтобы... Тише. За нами Кузловский идет. По дороге ниже. А кто идет? Из Кузловки. Че у вас там, как в Кузловке вообще? Скучно. Такое ощущение, что повымирали все. Сегодня с ночи до утра один был вообще. Ты думаешь, что могли повымирать, мало ли какие. Может, мы тут вот смотри, вот нас вот 4. Сколько в Павлово, еще примерно человек 10.
И все, сейчас козлов придешь, и там и все глава в тумбочке. Итого 14 человек на всю страну. Чем черт не шутит? Может, так и есть. Ну, видать, начали уходить после того, как нас обстреляли. А чё вы вообще ушли с Красного Креста? Ты что же с Красного Креста, не? Нет. Нет? Слушай, а ты не тот парень, который по оружию приходил продавать, мы там с тобой разговаривали? Нет, крест, оружием не торгую. Не, в Красном Кресту я не был. Я только слышал про него. А, ну я тебя, значит, путаю с тем. Вот смотри, вот слева поселок, видишь, вот этот вот Дрожжина поселок. Ага. Знаешь, да, такой? Да. Тут одно время поселилась большая матерая банда, промышлявшая продажей оружия, вообще торговля оружия. Черный рынок, так называемый, здесь располагался. Был такой здесь у них смотрящий за черным рынком по криминальной кличке Жульбан. Вот у него вся эта гоп-бригада вот в этом поселке располагалась. Вот этот сарай, который слева, вот там весь арсенал был. Тут немерено было складов, оружия, там, боеприпасы, гранаты, там, что только не было. Ну, мы сейчас наводили, сюда иногда ходим. Наводили жути на ближайшее тут население. Тут представляешь, творилось. А шо ж ты их больше нет здесь? Лейтенант. Серия на связи. Так, Черри, слышу тебя, слышу. Так, значит, где находишься? Я выдвинулась из Дрожжина. Все, бери правее к лесочку поверху. Вот там. Сейчас я выйду навстречу. Хорошо. Че, говори, куда идем-то? Где, на какое направление у нас? Ну вот сейчас можно через канал пройти. Ну мы там можем завязнуть каким-нибудь. Да, давай слева, выжившим. Давай слева мы чё-то обойдем ее. Да не знаю. А, так вот это. Че-то ножичком возьму. Хотел же я рассказать. Че я хотел что я придумал-то? Резал. Ага, давай, Коли. Ты, по-моему, ты в рацию говорил. Точно. Вовремя я выключил. Вернее, вы заметили. Так вот это. Давайте, да. Минутку кружок с правой стороны. Вот, короче, создаем себе такой вот самый антураж во время нашего этого угона, короче. Вот. Во-первых, конечно, все это делается после... А давайте по ходу дела расскажу. Во-первых, все делать будем после хорошей разведки, определения там мест, где они вообще располагаются, где ставят машину, транспортное средство свое, вот, пути подхода к ним там вокруг, есть ли лес какой-нибудь там. Вот. Отсюда, значит, примерный порядок действий. В общем, определяем, где у них машина стоит. Значит, противоположное от этого места стоянки лагеря со стороны этого лагеря, желательно с леса ночью, начинаем отвлекающие маневры. Значит, можно развести костры в нескольких местах, переместиться в другое место, чтобы костры горели, там привлекали внимание. Вот, когда внимание привлечем, начинаем шуметь там, допустим, да? Какие-то флешки побросать, можно попугать людей там, дымовушки там, я не знаю, фаеры. То есть, чтобы они смотрели в одно место, в одном направлении. В это время, допустим, мы определяем группу угонщиков, там двое человек, допустим, или один, самый смелый, самый ловкий.
подбирается к вам. Два варианта пока. Ты и Саня. Ну да, то есть кто с машинами более-менее знаком. Илюха тоже, но он у нас это самое, снайпер. И вот самое главное, алиби, которое, чтобы на нас не подумали. Можно от противного сыграть, допустим. Даем себе, ну, подкидываем, прикидываемся группой гражданских, которые хотят, значит, ну, как бы прикрыться сами в угоне, но прикрыться нашими, ну, как бы именами военных, да? Но как, они якобы про нас толком ничего не знают, кто мы такие, наши имена полностью не знают. Не понял, не понял. Ну, то есть, короче, прикидываемся чернорусскими военными. То есть имена берем другие, позывные, но перекрикиваемся, чтобы слышали бандиты нас. Чтобы они подумали, что... Короче, запутываем их по полной программе. То есть они будут думать, что они, это были гражданские, которые пытаются подставить военных. Угоняют у них машину. Понятно? Изложил. Мысли ясна. Вот, но при этом эти гражданские про военных мало что знают, а именно не знают толком наши имена, наше звание, и думают вообще, что мы чернорусские военные. То есть, соответственно, будет у нас звание местных войск, там, подпоручик, там, какой-то там капрал, не знаю, какие там в чернорусских войсках были звания. Ну, вот и я только капрала пока мог вспомнить. Ну, допустим, командир будет поручиком, замкомандира под поручиком, остальные все будут капралами для простоты. И имена, допустим, берем, всем присваиваем. Так, что-то тут сортир какой-то стоит. Посередине леса. Походу дом стоял какой-то, может. Что за камни, не фундамент? Так вот. А, здесь, наверное, это было. Да смотри, вон делянка, походу, наши эти заготавливают деревья. Ага. Эти. Имена. Дровосеки. Имена я всем придумал, значит. Чернорусские. Серега, значит. Сергешка Бжиндович. Катринка Черкова. Книга. Там книга есть. Ты представляешь, если это сейчас будем говорить. Олежка Гатрович. Там Олежка Гатрович, Катрин Качетрова. Пока это выговорить. Илюшка Маскевич. Маскюшка, Илюшка. И Сашка Стингревич. Так вот, это самое. На чем остановились-то? Как вам такой план? Не знаю, мне легенда. Мне с именами не это не нравится идея. Мы, блин, сами себя спалим, завалимся на первом же скачке. Не, ну надо как-то алиби, чтобы про нас не подумали. Кто еще может на них напасть? Я запутался вообще в этой операции, что-то предложил. Нам еще далеко идти, кстати? Да, да. Не, ну краткая схема такая. Отвлекаем и это самое, под прикровом ночи. Под покровом ночи. И это самое, забираем машину. Да, вот сам скелет понятен, да, и очень даже удачно. Беги, да, Верочка. На базе кто-нибудь останется, явно они же не побегут все как бараны туда. Ну, я думаю, мы подождем денек, понаблюдаем за ними, что как. И тоже вот как мысль, машина им нужна как средство передвижения. Если она в лагере, то она ненадолго в лагере, они поедут опять за ней. Они ее просто так не будут оставлять. А она у них есть вообще? Вопрос, конечно, интересный, но мы все думаем, что есть, да? Мы к этому, в принципе, рассчитываем. Пошли на дело, да, за виртуальные наши. Все, я переоделся. Готов. Коса. Повязку снимай.
Вот, смотри, может что подойти. Дверь какой? Правильно, с таким рюкзаком-то. Нет, а тачка. Они ёптыми. А-а-а. Ты смотри, это, пока ты сними. А то потом как целиться-то будешь? Стрелять. Ну, как целиться-то буду, так это сниму. У тебя что сегодня за паркур? Олежка. Нужно тренироваться как можно чаще. Олежка. Олежка Гатрович. Олежка. Гатрович. А почему Олежка? Олежка? Олежка через ше. Ну, если что, при постороннем буду заикаться. Ага. Если они на внешние признаки держи, реагируют, все. Меньше будут реагировать на такие нюансы, как голос, тембр, там, оборот какой-то. Во. Научились пальцы показывать. Точно местный военный. За мной. Лешка, Лешка. Да, нам надо ритузы вот эти вот этим ребятам подыскать. Это анекдот сейчас расскажу. Только что думаю, что они нас выдадут. Сейчас впереди деревни должно быть. Сейчас это анекдот расскажу. Немой, короче, заходит в магазин. Продавщица спрашивает, вам чего? Он такой, х-х-х-х-х. О, не немой, а заика, извиняюсь. Х-х-х. Она такая, хлеб? Он такой, нет, такой выходит. Такой, халва. Такой повторил еще раз. Снова заходит. Х-х-х-х. Она хлеб? Нет. Такой выходит опять. Хала. Такой еще раз потренировался. Заходит. Она спрашивает, вам чего? Он тут. Не, х-х-х. Она хлеб? Он такой, да х-х-хуй с ним, давай хлеб. Сергешка, слышишь? Кого-нибудь захочешь послать на три буквы? Пошел ты. Пошел ты на х. Вышел, да? Хуй тренироваться. Сейчас я в рюкзак перевожу. Черка вот где? Тут я. Тут. Ёптель, не мешай. Давай. Чё, штанцы всё, я смотрю, нашли, да? Как у них тут своих часовых на горе не сидело? Чё? Вот тут. Вижу. Назад давай немножко. Посмотри, я пока.
бы относительно озера, где там перед сад. Я хрен его знает, надо подумать. Может быть на подъезде или на выезде. Если дождаться, пока часть уйдет, прям группа пошла прям на наши глаза куда-нибудь. На площадке кто-то есть. Один ушел следить, если же нравится. Вдруг что? Буду слушать разговор. А он куда пошел? К ним, что ли? Горит, не бежит. Ага. Смотрит на горит. Казани, сиди в кустах с Сашкой. Вижу трех человек на третьем этаже. Один из них, по-моему, выколупать и попытаться протащиться вовнутрь, разведать двор, если транспорт. Если нет, то вообще свое где больше здесь не сидит. А план такой. Это сейчас пошли чуть-чуть. Так, там вот слева был железный какой-то ангар, там гараж и что-то еще. Так вот, помните? Смотри, значит, план такой. Сейчас Саня туда аккуратно пробирается, и там шумит. Патронов много у тебя? Автомат? Два ружка и все. Нормально. Не очень часто. Шумит в какую сторону? Не обязательно, просто шуметь, там стрелять куда-нибудь, мало ли что там происходит. Их нужно заинтересовать. Они наверняка выбегут туда, мы тебе дадим сигнал, что сваливай, там, не знаю, что-нибудь, сигнал какой-нибудь. Как только они выбегут из-за двора, мы тебе дадим сигнал, чтобы ты сваливал, стрелял и убегал в сторону этого. Там дальше под... Орловец, да. Туда, и там ты должен где-то раствориться и исчезнуть. Твоя задача нашуметь, вызвать на себя интерес и уйти от погони. А наша задача, значит, проникнуть в лагерь, когда откроют ворота, и проверить на наличие транспорта. Собираемся после всей этой операции опять вот на этом месте, в кустах, где сидели. Берем за кипер. Это, слышишь? Стой. Да, именно большим крюком делай, чтобы за тобой не шли.
лучше вообще отсидись там где-нибудь с полчаса, не меньше, а потом только возвращайся. Мне кажется, знаешь что? Пусть он им покажется один раз, чтобы он увидел, что... Да, да, чтобы они не просто там они... А то сейчас засядут у себя там под мышкой и будут сидеть. Все не увидят, что он там... Кто там там. Так, что еще значит? Медикаменты есть? Да, ну и... Стрелять. Ты главное не выдавай себя, легенда у тебя такая. Ты бывший чернорусский военный, как его, капрал, служил, где он служил, где он, на севере? В ТИСах. Служил в ТИСах, да, в штабе сидел. Потому и выжил, потому что все там остальные бункер, ушли на кордон. Да, бункер. Вот ты как раз в тот день дежурил, когда всех отправили в этот самый зачищать, потому ты остался живой. Сейчас вот выживаешь как ну. Это Сергеешка. Ни в коем случае не показываем свое лицо. Сашка, ты с ними еще с акцентом каким-то разговаривай, чтобы они думали, что ты это, ну, такой это сам, с местным диалектом, что обязательно. Давай, все. Главное выживи, главное береги себя. Если будут брать уже, слышишь, если будут тебя брать, выброси рацию. Пусть эта рация валяет. Не показывай, куда выбрать. Давай. Все, ждем. Короче, по сигналу, когда ты пойдешь на место, дай сигнал, что на месте. Потом жди указания начать. Когда мы тебе дадим сигнал, что уходи, да, это значит, что они пошли в твою сторону. Только после этого сигнала уходи. Иначе все будет напрасно, просто пошумел и все. Включу рацию и все. Да, туда на место приходи, там включай рацию и жди наши. А, я видел трех. Сначала двое, а потом смотрю, еще третий появился. На третьем этаже ходит. Понятно. Так, я сейчас даже рюкзак. Я пока посмотрю. Так, включи рацию.